Если вас укусил овод, и вы без понятия, что делать в данной ситуации, то обязательно досмотрите ролик до конца. Последствия укуса овода в принципе не страшны. Обычно все проходит бесследно, но иногда бывают исключения. Вместе укуса появляется воспаление. В некоторых случаях нагноение кожи. Надавите на место укуса любым предметом. Это уменьшит распространение аллергической реакции. Также шприцом попробуйте высосать яд. Для снятия отека хорошо поможет средство из аспирина со спиртом. Приложите его на место укуса, и через 15 минут отек снимает очень быстро. Обязательно поделитесь этим роликом, потому что рано или поздно данный способ вам может помочь.